Здравствуйте, друзья, гости моего канала. Сегодня у меня пересадка. Подобрала несколько растений, которые мне нужно пересадить. Стаканчики уже для них маленькие. Вот уже даже вот в таком стаканчике, это Джуманджи, вот она уже выросла. Уже ей маленький горшочек. Вчера ездила, искала горшки. Вот это уже вытягивается даже. Вчера ездила, покупала горшочки. Нашла только вот такие. 11 на 9,5. Рассчитала, посмотрела калькулятор в интернете. Выходит 0,7. Ну, можно было бы побольше, но это самый большой горшочек, который на данный момент. Ну, в любом случае, он пока больше этого. Я думаю, что... это лучше на данный момент, что было. Так, что, подготовила я землю. У меня земля универсальная. Добавила торф немножко, перлит. Торф пересох, была у меня открытая пачечка, пересох. Поэтому я его залила, землю всю пролила тепленькой водичкой, горяченькой даже, можно сказать. Земля тепленькая, но уже остывает. Сейчас покажу. Влажность. Сделала, залила прям горячей водой, вытащила отсюда, даже вот попадаются еще комочки сухого торфа. Уберу. Выбрала, не просеивала землю, выбрала все палочки из универсальной земли, которые там комочки попадаются, и торф, который не размок. Земля влажная, вот она держится, комочек. Но в то же время вот он сразу рассыпается. Прям хорошая семенка. Перлита было немножко, добавила все, что у меня было. И вот сейчас хочу пересадить. Буду пересаживать методом перевалки. Наверное, вот этот возьму. Потом переклею бумажечку на другой, на этот стаканчик. Сейчас насыплю немножко земли. Цветов много, сейчас я буду все этим делом заниматься. Сейчас сделаю методом прям перевалки. Немножко даже отсыплю. Просто засыпаю. Сильно утрамбовывать не буду. Поливать пока удобрениями тоже не буду. Просто слегка еще пролью по кругу. Насколько ему теперь здесь хорошо. Уже свободненько. Слегка по кругу, просто чуть-чуть земельку поутрамбовала. В таких горшочках они цвести будут хорошо. Пересаживать я больше, наверное, не буду. Оставлю уже в такой. Клубенек какой большой. Даже вот видно клубенечек. Я его сейчас присыплю. Открытый не буду оставлять. Засыплю. Сейчас он наберет сил и будет держаться хорошо. Плотнится. Вот. Вот теперь ему свободненько здесь хорошо. Сейчас слегка просто пролью по кругу. Сильно заливать не буду. Земля влажная. Все так переставлю, будет стоять. То, что протечет сюда, он потом впитает.
Также сейчас продолжу остальные тоже. И вот этот вот ему маленький, этот горшочек. Сейчас я его пересажу. Буду продолжать посадки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Заходите в группу «Мир Глоксини Белгород» ВКонтакте. Будем вместе смотреть, выращивать. Делитесь опытом. Мне тоже интересно, что у вас получается. Спасибо за внимание.